Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмайлов попросил политического убежища во Франции. Отмечается, что бизнесмен планирует обосноваться на юго-востоке Франции, в Провансе. Исмайлов в разговоре с французскими спецслужбами заявил, что у него якобы есть компромат на действующих начальников из всех силовых ведомств России. Если ему предоставят убежище, то он всю информацию обещает передать Франции. Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмайлова. Бизнесмену предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». Он объявлен в международный розыск.